Доброе дело – вещь заразительная. Так случилось и с акцией «Помощь врачам», она же «Довези доктора», которая как минимум охватила 3 региона нашей страны. Первыми на гребне волны волонтерской помощи в это непростое время оказались водители Иркутска. Автолюбители предложили свои услуги в развозке врачей. Так появился штаб, а затем и чат, куда стекаются заявки по перевозке не только докторов, но и доставке еды и лекарств нуждающимся. Инициативу охотно подхватили жители Красноярска. Наши коллеги с телеканала ТВК рассказали о добрых делах в своих новостях, получили отклик и также организовали чат. Сейчас беседа в мессенджере объединяет почти 3000 добровольцев. И вот они сейчас друг с другом там активно общаются, развозят костяк вот волонтеров, которые там постоянно, ежедневно работают практически. Они уже друг с другом общаются, встречаются офлайн. У них там своя такая корпоративная культура уже появилась. И они иногда работают по суткам вместе с врачами, с 8 утра до 8 вечера. Они не принимают помощь на бензин. Они отказываются под чьим-то флагом ездить, если им предлагают какую-то там акцию другую. Они вот сами по себе уже, сами себе акция. Как говорится, за ульяновскими добровольцами не заржавело. Волонтеры фонда «Дари добро» вышли с инициативы к региональному Минздраву и предложили руку помощи. Ведомстве от поддержки не отказались. Активисты фонда тоже организовали группу в соцсетях, познакомились и объехали почти каждого врача, кто согласился на сотрудничество. Сейчас чат, созданный в начале ноября, объединяет свыше 300 волонтеров. Все добровольцы – взрослые работающие люди с личным авто. Основная часть развозки докторов приходится на выходные дни. В остальные дни волонтеры помогают в транспортировке лекарств и продуктов. Мы взяли организационные вопросы все на себя. У нас есть человек, который занимается, контактирует с врачами, контактирует с главврачами всех поликлиник, с которыми мы сейчас работаем, а их уже на данный момент 20 штук. И она берет заявки, заранее спрашивает, в какое время, когда нужно подъехать, сколько будет адресов. И после этого формирует заявку и выкладывает ее в чат, где находятся водители. В ульяновской поликлинике номер 4, к примеру, на данный момент прием ведут 30 врачей. На каждого из них 60 пациентов ежедневно. За 4 часа работы в кабинете терапевт успевает обслужить порядка 40 человек. Остальные часы уходят на выезды. Врач Татьяна Ульянова признается, что до пандемии количество приемов на дому было в разы меньше. Сейчас в сутки в среднем нужно обслужить 20 человек. Помощь автоволонтеров неоценима. Перемещение на транспорте в первую очередь экономит время. Время сокращается намного, то есть в зависимости от того, сколько вызовов, естественно, помощь огромная, и обслуживаем побыстрее. Вот можно было пешком пройти, конечно, естественно, по району и до вечера, а с волонтерами уже намного больше, на час, на два точно короче. Сегодня развозить по адресам врача Татьяну будет Костя, волонтер со стажем. Будучи активным участником благотворительного пробега «Караван добра», мужчина не мог пройти мимо еще одной акции. 30 адресов на ногах пройти... Пробегать это невозможно физически. Вот. Поэтому вот помогаем. Ну, вот есть у меня свободное время, я еду. Вот. Бывает такое, вот кто-то там, возможно, сидит перед телевизором, кто-то спит, кто-то еще что-то. Вот есть свободное время. Ну, вот эта беда есть, можно ее только всем вместе преодолеть. Больше никак. 72-77-28 – номер телефона, по которому можно изъявить желание и присоединиться к команде автоволонтеров. Это не страшно, это не сложно, это не отнимает большое количество времени, потому что, как правило, смена у волонтера длится не больше 2 часов. Мы полностью человека обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, что даются дезинфицирующие средства, которыми обрабатывается автосалон. Как говорится, награда за доброе дело в самом его свершении. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.